На Уралкале, естественно, это делают специальные машины. Попробуй, как трудно измельчать руду. Процесс получения готового продукта – калийное удобрение. Отдыхающие в лагере «Уральские самоцветы» увидели своими глазами. Правда, все это было в миниатюре. Но, как с нами поделился юный Вячеслав, это было захватывающе. Мы изучали химические элементы. Мне очень понравились эти опыты. На втором мы разделяли шарики, как будто бурильщики. Мне понравилось все. Все. Выездная калийная лаборатория – это лишь часть программы путешествия в Калининград. На протяжении всей смены ребята знакомились с деятельностью градообразующего предприятия. В рамках этого проекта мы с детьми погружаемся в профориентационную работу, среду, где знакомимся с профессиями компании «Уралкали». Это библиотечные часы, посвященные непосредственно нашему предприятию, поездки в музей калийной промышленности. В музее компании «Уралкали» ребята поучаствовали в интерактивной викторине и, конечно, побывали на экскурсии. Ну а после детишки смогли продемонстрировать полученные знания в мероприятии «Твоя игра» и не только. Мы рады, что мы посвящаем детей наших калийщиков в профессии «Уралкали», знакомим с нашей компанией. И у нас целый ряд мероприятий. В рамках этих мероприятий ребята могут узнать в разных формах о компании. И, конечно, ребята в общем формате знают всегда, кто такой доктор, кто такой водитель, например, да. И нам хочется, чтобы ребята знали и наши профессии. Добавим, на памяти у ребят останутся сувениры, которые они сделали своими руками во время профориентационного мероприятия «Калийная лаборатория». Летом можно проводить и весело, и с пользой. Еще раз доказали в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».